Организовывать праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, для оздоровительного центра «Дельфин» уже стало традицией. В первую очередь они проходят для того, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с 23 февраля, а также привить воспитанникам бассейна чувство долга и благодарности к людям, которые каким-либо образом были причастны к войне. Ребята должны знать, что такое патриотизм. Они должны любить свою родину и должны быть, наверное, физически подготовлены. Наверное, именно поэтому в своем выступлении воспитанники бассейна показали сценки разминирования, переправы. Одним словом, всего того, что может пригодиться юношам во время войны. А вот девочки уже на суше продемонстрировали танцевальные номера под военно-патриотические песни. Конечно, коллектив сильный и делает такие программы, которые интересны и для детей, и для взрослых, и для нас, ветеранов, которые присутствуют на этих мероприятиях. Ну и как без поздравлений в такой светлый и мужественный праздник? Они в этот день лились рекой. Все присутствующие на мероприятии мужчины слышали слова поздравления и от ведущих, и от работников центра «Дельфин», и, конечно, от своих милых дам. Я бы хотела им пожелать, чтобы их добрые мужские руки сжимали, наверное, не дуло автомата, а обнимали своих родных и близких, жен, детей, матерей, чтобы всегда над ними было мирное небо, чтобы всегда светило солнце, чтобы никогда не повторилось вот тех ужасов, которые они пережили. И в назидание молодым пусть они всегда говорят, что война – это вообще противоестественное человеческому разуму явление, и пусть она никогда не повторится. А нам нужно заботиться об этих людях, их так мало становится. После первой части мероприятия, которая прошла в бассейне, ветераны проследовали в теннисный зал фитнес-центра Family Wellness, где учащиеся видновских образовательных учреждений показали различные творческие номера. Ни один гость не ушел домой с пустыми руками. Каждому приглашенному руководство оздоровительного центра «Дельфин» подарило праздничные походные наборы, предоставленные Министерством обороны Российской Федерации. Юлия Погосян и Адамия Екатерина Чернышова, Видное ТВ.